Всем доброго времени суток. Рад всех приветствовать на своем канале. Всех с Новым годом. Ребята, вы красавчики, особенно те, кто подписывается. Спасибо вам огромное, вы мотивируете. И мы продолжаем снимать. Как вы уже понимаете, у нас на обзоре вот этот прекрасный автомобиль. Переводи на него. Вот так вот. Прервемся на небольшую рекламную паузу. Я хотел бы вам посоветовать онлайн-кинотеатр ОКО. Это офигенный ресурс. Там много фильмов, сериалов, мультфильмов. Все, что душе угодно, в превосходном качестве и с офигенным звуком. Переходите по ссылочкам в описании, вводите мой промокод и получите 35 дней всего за 1 рубль. Блин, пацаны, я думаю, не стоит упускать такую выгоду. И самое главное, успейте до 28 февраля. Врываемся в новый 2023 год с десяточкой. Ну а почему бы и нет? Не у всех же есть денежки, чтобы купить себе иномарочку. А это бюджетный класс. И вообще, будем разбираться, что к чему, что почему, зачем и как. Ну, вообще, честно говоря, у меня в последнее время предвзятое отношение к АвтоВАЗу. И для меня это прям стало ведрищем. Ну, ведрище в хорошем понимании от слова. Не знаю, как это описать. Ну, вот прям ведро с болтами и гайками. Вот это вот оно. Включайте. ВАЗ 2110. Ну что, на обзоре у нас ВАЗ-2110, это у нас 1.5 мотор, 8-клапанный, 77 лошадиных сил. Сейчас, эксперты, диванные эксперты, ваш выход, вы будете говорить, что все не так, все не эдак. Пофигу вообще. Какой бы тут мотор ни стоял, все равно это дерьмище редкостное, конкретное, и моего мнения это не изменит. Я ее люблю, эту машину, но по-своему. Она стоит своих денег, а именно этот экземпляр стоил 40 тысяч рублей, и он стоит конкретно своих денег. Все, вот, больше они не могут стоить, вот в моем понимании. Они не могут больше сотки стоить, но это нереально, это старый, вообще, еще 90-х годов, блин, разработок какой-то автомобиль, который вообще уже должны были снять давным-давно с производства, и слава богу, их сняли, и слава богу, вы их больше не купите, ну, только если на вторичке, естественно, не новыми. Но сейчас они доживают реально свой век. Но, с другой стороны, если посмотреть, если у вас нету денег, вам нужен поджоп, то вот идеальный вариант. Запчасти стоят копейки, кузов гниет, да, это прям, ну, нормально. Вы возьмете ведро и продадите эти ведро в те же деньги. А может быть, даже чуть побольше, потому что у нас люди странные. И данный экземпляр я выставил за полтинник. Я брал его вообще, на самом деле, под переварку. Хотел научиться переваривать. Вот эти карманы, всякие дыры, которые есть. Вот эти все карманы хотел переварить. Пороги, дно там подварить, научиться. Короче, взял я ее специально с определенной целью. Не кататься и не зарабатывать на ней. А просто научиться. Потому что этот автомобиль мне не жалко. Ну, реально, вот, ну, не жалко. Его берут, чтобы поиграться, покататься и выкинуть. Ну вот реально, потребительское такое отношение к автомобилю. Это вот, это нормально, блин. Ну, кто-то их любит, холит и лелеет, заботится о них, понятное дело, да. Но в большом понимании, в большом смысле, этот автомобиль, он уже все, он уже закончился. Ну реально, его ресурс остался там 2-3 тысячи километров, и его надо вообще на помойку. Но это в моем понимании. Кто-то его подшаманит и будет еще 100 тысяч километров, может быть, на нем ездить. У всех по-разному, но, как по мне, это старое ведро, ну, которое можно взять, поиграться, попрактиковаться, поучиться, либо на последние бабки, чисто как поджоп, взять его, который тебе там 2-3 месяца послужит, и дальше его отдать кому-нибудь. Но кто-то ездит на них и по 10, и по 20 лет. Вот просто ярый тому пример, у нас была двенашка. 5 лет назад или 6 тому назад, я уже не помню. И я на ней ездил меньше года и продал ее дальше. Но брал я ее у одного владельца, который ее купил с салона, который ее обслуживал, и она все равно сгнила нафиг. Прикольная, да, машина? С одной стороны, когда у вас нет денег или вы бедный студент,
И этот автомобиль стоит дешевле, чем телефон. Дешевле, чем тот телефон, на который мы сейчас снимаем. Дешевле, чем телефон, на который мы сейчас записываем. Но на самом деле, иди сюда. Вот, у меня всегда возникал один вопрос. Что вот это за хрень? Кто-нибудь может мне написать? Я никогда не гуглил. Вот, иди сюда поближе. Я никогда не гуглил, но мне всегда было интересно. Вот это что такое? Это какой-то блокиратор или что это? Что за пипка? Нафига это нужно? Это вот, ну, часто замечаю в десятках, в двенашках. 11 еще не было, не пробовал, не знаю, что это такое. Но я думаю, все то же самое. Задний ряд, я думаю, ну, смысла нет туда, да, наверное, садиться-то, показывать. Ну, чисто вот так, чтобы вы понимали. Да, ну, чтобы вы примерно понимали, это вот, ну, выглядит вот так. Ну, как бы, вот так. То есть, все, диван. Больше ничего нету. Ну, про проблемы этого автомобиля, я думаю, не стоит рассказывать. Тут проблема, вот она. Вот, целиком вот это вот одна большая проблема, если вы ее берете себе. Да, это прямо так, если на долгий срок вы ее берете себе. Потому что тут нужно делать все от и до. Если вы хотите живой нормальный аппарат, нужно его до остова разбирать, потому что даже на заводе АвтоВАЗа, у нас же АвтоВАЗ великий просто и отменный, он делает превосходный автомобиль, который не нужно же дорабатывать, естественно. Вот. Вы разбираете все до болтика и собираете обратно, перевариваете, промовиливаете, делаете все это, и тогда у вас будет точно хороший автомобиль, но он не стоит этих денег. Вот вообще никак. Под капотку заглядываем. Вот оно, сердце данного автомобиля. Это восьмиклапанный моторчик у нас. Маленький, живучий, ресурсный. Меняйте масло, свечи, бронепровода, ДМРВ. Все, короче, меняйте, будь то он у вас хорошо служить. Но есть газовые упоры. Вот это да, просто. Но вот десятка меня всегда этим удивляла, это прикольно. Все, хрен ли, поехали. Тут больше нечего. Ты видела? Один интересный момент. Когда закрывали капот, заметил, что фара вроде у нас на месте, да? Все крепления целы. Но смотрите внутрь фары. Хлоп! Она ходит туда-сюда. Бегает. Ну, это нормально. Скотч тут во всем. Все, поехали кататься нафиг. Силушку надо применять свою богатырскую. Так, ну что, сели в прекрасный автомобиль. Нет, он ужасен, как по мне. И ностальгия для тех, у кого были вот такие ключи. Причем этот у нас заводит, а этот у нас открывает двери. В багажник мы не можем попасть, потому что личинка замерзла. Как бы багажник не будем вам показывать, так и быть. Посмотрите на каком-нибудь другом, наверное, канале. Хочу заметить. Ну, иди сюда. Смотри, какой у нас спорт тут. Давай. Вы просто посмотрите, какой спорт. Мы просто проворачиваем ключ. И у нас циферблат прям... Опа! И все. Булочка. Естественно, у нас тут выведен вот такой вот переключатель. Он включает у нас принудительно вентилятор, потому что часто вентилятор не срабатывает. Принудительно? Да, вот тут что-то вот. Что-то можно включить принудительно? Да, ты берешь его, щелкаешь, а он сразу там охлаждает это все. Магнитола нету, да, честно, спизжено, зато прикуриватель работает, пробовал. И даже ручник, смотри. То есть мы даже поехать не можем тронуться. На самом деле это прям... Очень странно, и у нас тут все работает, и даже чек сейчас пропал, хотя до этого мы ехали, и он был. Машина, эта машина очень странная и непредсказуемая, но зато, по-моему, гудок работает, бип-бип. Смешной такой, прям веселенький. Но тут нам обделили, нефига смотреть на свою страшную рожу вообще в АвтоВАЗе. Ну и все такое вот ручками получается. А, единственное, у нас есть электрические стеклоподъемники. И они даже работают. Но блок причем тут стоит другой, смотри. Вот сюда, видишь? Он и на задний, и на передний, но задних у нас нету. Люди усовершенствуют свои автомобили кто как может. И вот это вот самое главное, да, склеили. Смотри, как красиво. Торпеда вся лопнула, но они его попытались склеить. Бардачок... А, бардачок тут не открывается, замок сломался. Я его так и не открыл, надо сейчас приедем. Ну вот я говорю, надо сейчас приедем, я его вскрою. Но, опять, хочу заметить, смотрите, вот этот
фонарик, лампочка, или как это? Как это, фонарик или что это? Ну, я понял. Вот эта хрень очень удобная и прикольная. Жалко, они ее потом перестали ставить везде. Да, следит за тобой. И вот эта штука тоже работает. То есть, ты работала же. Вот, если придерживаешь, то работает. Ну, как бы, извините, сделано в России. И руль вот этот меня всегда удивлял. Вот этот вот маленький руль, который тут стоит. Почему нельзя было сделать поменьше? Типа, ну, блин, это ж неудобно. Он такой гигантский. Естественно, гидроча у нас тут нету, ничего нету. Все ручками. Все делаем ручками. А слушай, а есть тут у нас? Слушай. И карабас у нас, кстати, вяло. Смотри, какие синхронизатором уже все, конец. То есть. Уии! Так, давай посмотрим, руль-то у нас тут. О, он даже регулируется, ты прикинь. Правда, вместе с торпедой. Сука. Почему? Ой, бля, вот это смешно. Почему? Блядь. Сука. Почему тут все так? Почему все так, а не иначе? Да, тут все, ну вот такое вот на тоненького прям сделано. Но с другой стороны, печка жарит. Маффин поставить, колонки сзади есть, я видел. То есть, ну, резину зимнюю купить. То есть вложения-то все равно в тачку нужны. Вот сейчас, кстати, датчик этого бензонасоса, ой, бензонасоса, господи, датчик бака умер. А, сейчас вот ожил. Сейчас он опять показывает, как будто топливо есть. И он такой, типа, нет топлива, есть топливо, нет топлива, есть топливо, нет топлива, есть топливо. И как бы это нормально, тут все такое. Вы должны либо смириться, либо не брать АвтоВАЗ, и все. Вот эта вот херня отваливается, потому что тут сломали. Кстати, шрузы даже не хрустят, а это уже победа, между прочим. Ого, реально большая яма была. Ха! Ха! Мы заехали на нее вообще с легонца. Да у нас почти оффроуд получается. Держись! Готовься! Сейчас будет гонка. Да. Ну, на самом деле, я вот говорю, если вы молодой парень, у которого там немного денег, вы только наскребли, и у вас вы хотите купить первую машину, и родители ее вам не покупают, да можно взять, можно покататься. Вы, во-первых, поймете, что такое автомобиль, из чего он устроен, потому что вам АвтоВАЗ не даст расслабиться, потому что вы должны будете постоянно его ремонтировать. Что-то где-то отваливаться будет, это прям нормально. Вы должны свыкнуться, привыкнуть к этому. И если вы осознанно подходите к этому выбору, тогда да. Вот, вот сейчас я не могу передачу включить, господи. Со второй трогаемся, нормально. Ух ты, какой песик, смотри, какой классный. Хорошо, что мы в автомобиле. Так бы я бы не говорил, когда я рядом с ним проходил бы. Ну и ехать тут, вы как бы понимаете, да? Я думаю, на микрофон слышно все. Все звуки тут, которые окружают нас. Прекрасные. Подводим итог всему этому видео. Во-первых, еще раз, со всеми праздниками вас, с наступившими. Самое главное – здоровье. Любите своих близких. Будьте на позитиве, пацаны. Всем удачи и ровных дорог. А по машине хочу сказать одно. То, что если у вас нет денег, то неплохая альтернатива. Чисто как под жоп покататься, доубивать и сдать на металлолом, либо продать дальше. Но никогда не берите их больше, чем за 100 тысяч, потому что чаще всего перекупы их подделывают и впаривают вам хлам. А если вы едете покупать тачку за 100 тысяч где-то плюс-минус такую и думаете, что она супер живая, смотрите во все глаза, берите всех своих друзей, собирайте вместе и ехайте. Смотрите, внимательно проверяйте. Все досконально знать про автомобили нельзя, но когда вы вдвоем, втроем едете, ой-ой-ой-ой-ой-ой, проскочили, вдвоем, втроем едете, тогда нормально, можно что-то доувидеть. Косяки есть в любой тачке, вот прям в любой, даже новые тачки есть с косяками. Просто нужно понимать, что вы берете, для чего вам это нужно и за сколько вы это берете. Знаете, не бывает плохих автомобилей, бывают плохие цены на автомобили, так что имейте в виду. С божьей помощью досняли этот обзор.
Да. Отлично, ужасно. Еле затормозили, кстати. Забыл где здесь камера? Я забыл. Почему? Я не знаю, тут 5 камер, в какую смотреть-то нужно. Нет, я забыл, что мы на лете, и я еле оттормозился. Все, всем спасибо большое и пока. Скоро увидимся. Блин, она потом вообще закроется. Да я откуда знаю. Самое главное ее не доломать. Оставь. Ну что, отставили? Интересно, что там внутри-то. Давай я подсвечу. Не видно еще? О! Вот тут отщелкнуло. Опачки! Открыли, а тут нифига и нету, тут какие-то бумаги.